Привет, бро! Меня зовут Поззи, и сегодня мы играем в Побег от Поззи. Всем привет! Вы на канале Мама и я. Ну и сегодня мы убегаем от Лова Поззи. Посмотри, что он пишет. Привет! Слава пройти паркур? Да нет, конечно! Чё, я паркуры не умею проходить? Прыгай вниз. Зачем прыгать вниз? Не знаю. Не знаю, зачем прыгать вниз. А, вот так. Ха, я нашел лайфхак. Второй лайфхак. Пожалуйста, купи мне это. Пожалуйста, купи мне это. И что? Не понимаю. Пожалуйста, купи мне это. А что надо нажать? Чтоб купился. Не знаю. О, там Поззи Брос. Там есть этот Поззи настоящий. Это он все задумал. Кстати, это цвет его канала. И я. Да, розовый. Ну, а что-то... Ну, не цвет точно. Чё? Reconnected. Да, не дали нам поиграть в игрушку. Не дали нам поиграть в игрушку. Да. Да. О! Ча-ча-ча! Я починила игрушку! Так. Чё, он серьёзно? Он серьёзно. Игру не созвонил. Как? Напишите в комментариях. Сейчас, напишите в комментариях, как тут можно... Робокс! Молодчина, ты получил 100 робоксов в подарок! Спасибо. А вот что с его рукой? Поззи. Поззи, что с твоей рукой? Как? Поззи, твоя рука сломалась. Баксики! Поззи! Ура, 100 робоксов. А эти 100 робоксов настоящие? Надо как потом будет проверить. Ты много кумбом получил. Ура! Тебе много денег дали. Только мне Спарки, спасибо. Цветом как робоксы все-таки. А стойте-ка. Стойте-ка. Почему эти робоксы? О. Ня-ня-ня, я в голове. Пойди. 100 робоксов. 100 робоксов. А чё у него робоксы на глазах? Ну да. Это немножко странно. Но кому понравилось это видео? Потому что очень легкий паркурчик. Ставьте лайк. Там еще два пишите комментарии. Ну и ставьте такими же крутыми и веселыми, как я. Атьяс. Ю-ху!